Аллилуйя, скажи: Иисус, Ты царь земли. Ты царь над моим життям, над моим сердцем и над всем, что меня оточивает. Ты царь. И Ты владуешь. Аллилуйя. Пришел твоим светлом, твоим сяйвом, твой огонь загасил все страхи и мисуни. В твою благодать я к воде поринаю, надея твоя очи всем открывай.
тобі вся хвала і честь. Ісус, ти цар землі, небеса співають гідний ти. Істинний Бог переміг ти смерть, тільки тобі вся хвала і честь. Аллилуйя, тільки йому вся хвала і честь. Христос на вкус, Христос.
Аллилуйя, аллилуйя, Господь всемогущий. Мы славим Тебя на этом месте. Мы благодарим, что Ты с нами. И никогда не оставишь нас и не покинешь, если мы будем уповать на Тебя. Благодарим и приветствуем Тебя, Церковь Твоя. Она ждет Тебя на этом месте с ожиданиями, открытыми сердцами. Господи, прикоснись сегодня каждому. Ты видишь сердца, которые жаждут. И Ты сказал, иди ко мне и пей. Господи, мы жаждем Тебя, ожидаем Тебя. Явись так, как Тебе угодно сегодня. Пусть это служение будет Твоей силе и славе во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет аминь. Давайте прославим нашего Господа, ибо Он достоин всей хвалы и славы. Аллилуйя, аллилуйя. Присаживайтесь, церковь, на недолго. И прослушайте, пожалуйста, объявление наших служений на следующую неделю. Значит, во вторник у нас церковная молитва, которая начинается в 18:30, да, и приходят все жаждущие и желающие, не только, как мы раньше делали, ответственные каждую неделю. Да, это будет молитвенное богослужение, будет короткое слово о молитве, о важности, вот, и потом будет и прославление, будет и молитва в Святом Духе, вот, то есть это служение, ну, такое, служение Духа Святого, очень помазанное, интересное, поэтому приходите во вторник на 6:30 вечера, все жаждущие, желающие. Значит, у нас также будет в пятницу круглосуточная пост и молитва. Там в конце зала у нас есть списки, так что приходите, записывайтесь. Да, каждый выбирает свое время и один час молится. Так, значит, в среду служение Енаде у нас временно прекращается, поскольку продуктов пока нет. В четверг у нас служение домашней группы, также служение по интересам. Здесь будет у нас молитва матери, вечером будет братское служение. И мы также собираемся по домам, люди, которые живут в регионах и относятся к своему региону, приходят на домашние группы. Также приглашаем. Общение очень важно, потому что мы вас так не знаем, а когда мы в общении, мы хотя бы знакомимся, знаем, у кого какие нужды, молимся, дружим. Вот. И я просто за свою группу могу сказать, которая проходит у меня уже 24 года, без перерыва. Да, и все, кто у меня есть на домашней группе, они все ходят в церковь, слава Богу. Вот, потому что очень важно общение. Это сплочает, это как духовная семья, вот, которая бывает часто гораздо ближе, чем семья физическая, которая может быть еще не с Господом. Так, значит, пятницу мы уже объявили, это круглосуточный пост и молитва. И в субботу у нас будет школа библейская, школа ученичества, о которой пастырь Анжелика Анатольевна попозже расскажет более подробно. Школа ППО пока нету. Ну, уже у нас несколько заходов прошло школы ППО. Сейчас уже дальше более высокий уровень – это школа ученичества. Поэтому, кто еще не записался, мы также приглашаем. Там вот в конце зала можно подойти и записаться, кто желает. А сейчас давайте помолимся за именинников. Кто у нас? О, видите, слава Господу. У нас все поколения такие нарядные, такие молодые в Господе, красивые. Давайте ваши ручки протянем, помолимся, благословим наших драгоценных сестричек. Господь, мы благословляем Кирочку, мы благословляем Валечку. Боже, они Твои дети в Тебе, и неважно, сколько им лет, но они Твои детки. И Ты, их Отец Небесный, любишь их и благословляешь всеми своими благословениями. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты помазал их, чтобы дары, которые Ты дал им, проявлялись для славы Твоей еще больше и больше. И, Боже, мы верим, что Ты приготовил венец славы для них.
там на небесах, Господи. И пусть они всегда будут стремиться к Тебе, всегда будут в Твоей воле. И Ты исполнишь желания их сердца во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за них и славим. Аллилуйя. Аминь. Поздравьте наших именинниц, пожалуйста. Они прекрасные. Вот сколько подарков. Как хорошо быть в Доме Божьем. Валечка, да? Сейчас мы предоставим такую возможность. Сейчас у нас будет свидетельство нашей именинницы. У нее всегда есть, кстати, свидетельство. Она у нас и на группе всегда свидетельствует, и в церкви. То есть, кто дружит с Богом, у него есть о чем засвидетельствовать. Да, я хочу прославить Господа. Ну, у каждого есть свои мрії. Просто Господь читає наші думки. Я так мріяла таку спідничку собі мати. Я така стройненька дівчинка. Така, щоб спідничка, щоб отут були резиночка. І Господь мені подарував на мій день народження цю спідничку. І ще було одне таке мене бажання. Ой, до мені стільки подарунків надарували. Так хочу, щоб мені овочі, фрукти. І я заходжу, мені цілу корзину овочів, фруктів дає. Господи, я не просила, я тільки роздумувала. І хочу маленькою піснею прославити Господа, який Він мені дав. Добре? Всі слова хвали, всі слова любові я кладу у них твоїх, мій Бог. Ти мій спокій, ти мій покров, відпочиваю лиш в тобі, мій Бог. Бурі, урагани, шторми, неприємності, навкруги Твоя любов. Якщо упаду, а якщо я позову, Ти простягнеш мені руку свою. Ти забрав одежі страху і печалі, а взамін мені дав радість і надію. Ти мій спокій, ти мій покров, відпочиваю лиш в тобі, мій Бог. А на закінчення я ще чогось захотіла в той неділі купити собі вишиванку. Але думаю, скільки ж вона коштує? Мабуть, тисячі ж. Ну і тут мені дзвіночок. Валя, я ми там перечислили тобі декілька тисяч гривень. Так я заказала собі вишиваночку вже позавчора. Слава Богу! Аллилуйя! Истинная украинка и христианка. Слава Богу за таких сестер. Так, давайте еще помолимся. У нас здесь есть нужды за наших родных. Мы молимся за писочки с их именами, а также какие-то нужды, у кого, может быть, кто-то болеет. Вы можете сюда класть свои платки молитвенные, записочки. И мы молимся и верим, что Господь отвечает. Господь, Боже, мы благодарим. Благодарим за то, что Ты знаешь наши нужды прежде нашего прошения. Но Ты также сказал, что просите, потому что если будете просить, то получите. Поэтому мы молимся и просим Тебя за каждого нашего дорогого человека, родного и близкого, которые еще не пришли к Тебе, но мы верим, что придут, потому что Ты сказал, спасешься Ты и весь Твой дом. Поэтому мы благословляем каждого имя, чье записано и покладено в эту коробочку во имя Иисуса Христа. Мы уже благодарим за их спасение во имя Иисуса. И мы также просим за каждую отвеченную Тобой нужду, которая помещена в этот ящичек молитвенный. Господи, все, кто нуждаются в спасении, будут спасены. В освобождении да будут освобождены, кто нуждается в исцелении да будут освобождены, все финансовые долги да будут покрыты во имя Иисуса, и каждая нужда, Господь, которая здесь помещена по богатству, силе, славе Господом Иисусом, да будет отвечена во имя Иисуса. Благодарим, Господь, за Твою милость и благодать. И также мы хотим помолиться за наших деток. Есть сегодня детки наши,
конфетки, наши сладенькие и Божье наследие. Господи, мы верим, что деток будет больше. Кто-то вернется, Господь, из Европы. Кто-то закончит школу, будет приходить на библейские школы. Мы благословляем наших драгоценных детей. Мне всегда хочется возложить на них ручки и от них почерпнуть эту чистоту и святость, Господи. Благословляем детей, потому что Ты сказал, не препятствуйте детям приходить ко Мне. Боже, мы благословляем их Твоими благословениями, просим, Господь, чтобы они уже с юных лет познавали Тебя как своего Господа и Спасителя. Мы благословляем учителей воскресной школы и просим послушания деток учителям и Господу во имя Иисуса. Благословляем их. Идите, детки, на свою воскресную школу и познавайте нашего Бога, великого всемогущего. А теперь прослушаем слово о финансах. В духовном мире есть духовные законы, так же, как и в физическом мире есть физические законы. Сегодня я хочу рассказать вам об одном духовном законе, который говорит о том, чтобы мы ухаживали за своим семенем до того, пока не пожнем. То есть мы сеем и часто забываем, не ухаживая, потому и не пожинаем. Но духовный закон говорит о том, что за семенем, которое мы посеяли, надо ухаживать. Приведу сначала для того, чтобы понять, о чем речь, физические законы, пример. Сейчас у нас сезон сеяния картошки, морковки, лука. У кого есть дачи, огороды, прекрасно это знаете, что когда вы это все посадили, посеяли, вы не просто забыли об этом, а вы приходите, поливаете, вскапываете, да, опалываете, выдергиваете сорняки, травите жуков, потому что если вы это всего не будете делать, то просто ваш урожай физически нападут жуки, съедят, сорняки заглушат, и вы не получите хороший урожай. Также мы и в духовном мире должны выполнять некоторые действия, соблюдать некоторые условия для того, чтобы в посеяв финансы наши, мы также получали хороший урожай. Вот. И такое одно из первых как бы условий, которое должно присутствовать в нашей жизни, чтобы мы получали хороший финансовый урожай, это поставить Бога на первое место в нашей жизни и вести жизнь богоугодную, как угодно Ему. В Матфея 6:33 говорится: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». О чем тут говорится? Это все, это имеется в виду, все вот это материальное, в чем мы нуждаемся. Это одежда, пища, кровь и решение каких-то других наших материальных вопросов. То есть это все Бог обещает приложить, если мы прежде всего будем искать Его Царство. И Бог у нас будет на первом месте. Если Бог на первом месте, все остальное станет на свои места, и мы ни в чем не будем нуждаться. Второе условие, необходимое для финансового урожая, это почитать Бога. Во Второзаконии 8:18 говорится: «Но чтобы ты помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». То есть, чтобы мы не забывали, что это не наша сила и не наша рука дает нам то, что мы имеем, а то, что это Господь дает силу приобретать богатство. И мы своим богатством, то, что Он нам дает, должны почитать Господа. То есть мы почитаем Его своими десятинами и приношениями. И третье условие – это не обольщаться богатством. Матвея 13:22, это притча о сеятеле, говорится, что те, кто обольщаются богатством, становятся причиной бесплодной жизни. Вот что конкретно говорится: обольщающиеся богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. То есть, если мы начали хорошо зарабатывать, вот, и у нас пошел финансовый рост,
то мы не должны этим обольщаться. И это богатство мы не должны использовать для только собственных удовольствий, для собственного удовлетворения наших нужд. Но мы должны часть из этого богатства выделять на распространение Евангелия. Потому что если мы будем просить не на добро, а только для собственных удовольствий, то просто наш рост, он обратится вспять. Вот этот финансовый рост, он будет обращен вспять. Потому что сатана, он очень хитрый. Вот. И его задача – обольстить нас этим богатством, вот, чтобы мы действительно не выделяли ничего из нашего прибытка нуждающимся, не выделяли на распространение Евангелия, использовали только для своих вожделений. И сатана потом это использует для того, чтобы не только забрать наше богатство, но даже и нашу жизнь. Я хочу вам быстренько очень привести историю, пример. Один проповедник рассказывал. Вот, я вам просто кратко это расскажу, как сатана может использовать это обольщение, забирая не только богатство, но и жизнь. Был такой человек, его звали Кази. Вот, он играл в рулетку. И он начал хорошо как бы зарабатывать. Его прибытки настолько выросли, что он стал как бы директором игорного бизнеса. И вот как бы он и понимал, что, ну, он знал, что это рулетка. Когда-то ты выиграешь, когда-то проиграешь. И вот он уже сильно разбогател, был очень богатый. Вот, ну, настолько обольстился богатством, что все, что он как бы заработал этим неправедным трудом, у него был целый бизнес, и он это поставил в игру, и все проиграл в одночасье. И настолько он был, как бы, его сердце было прикреплено к этому богатству, что он покончил жизнь самоубийством, он застрелился из-за этого. И когда он это делал, ему кричали «Кази Ноу». Это по-американски его имя. Нет, Кази нет, казино. И оттуда пошло название казино. Вот, так же будете знать, что мы, как верующие, как христиане, не играем ни в рулетку и не ходим в казино. Потому что, говорю, дьявол, он хитрый. Он просто обольстит богатством и погубит ваши жизни. Поэтому, а мы будем давать Господу и верить, что Господь не только сохранит наш урожай, но и приумножит во имя Иисуса Христа. Поэтому давайте сейчас возьмем то, что мы приготовили для Господа. Наши десятины, наши пожертвования. Вот. И помолимся с верой и с радостью. Вы знаете, я как-то смотрела одно служение в Африке, что они приносят десятины приношения под хвалу, под музыку, с танцами. С радостью, это супер. Я думаю, может, мы когда-то тоже это будем практиковать. Ага, и еще я забыла объявить, что в следующее воскресенье у нас будет пожертвование любви для нашего пастыря Анжелики Анатольевны. Поэтому уже сейчас готовьте свои сердца и готовьте свои семена. Аминь. Да, Господь, мы приносим перед Тобою наши десятины и приношения. И мы молимся, Боже, чтобы Ты принял их от наших сердец, и чтобы благословил и умножил во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что мы ставим Тебя на первое место в наших жизнях. Мы хотим следовать Твоей воле, Твоему Слову, в котором Ты говоришь, принесите все десятины и приношения в мой дом. И мы делаем это по Слову Твоему, мы почитаем Тебя своими финансами, и мы обещаем, что мы не будем обольщаться богатством, которое Ты даешь, но будем выделять на нуждающихся, на церковь, и Ты сохранишь и приумножишь в 30, 60 и во 100 крат во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет «Аминь». Давайте с верой посеем во имя Иисуса.
Анастасія вже, ми просимо підвестися на свої ноги. Ми далі будемо вклонятися нашому Богу і будемо казати: Батько наш, ти такий благий, ти такий благий, ти благ до нас повсякчасно. Кожну хвилину ти благий, кожну хвилину ти твориш нове, кожну хвилину ти забуваєш і нас ведеш вперед. Слава, слава, слава тобі, Боже. Thank you.
Боже, ми дякуємо Тобі за присутність Духа Святого на цьому місці. Бо де двоє чи троє зібрані в Твоє ім'я, там і Ти. Ти обіцяв нам це, і Ти вірний Бог. Я дякую, що Ти будеш проводити свою роботу у кожному серці. І нехай наші серця стануть доброю почвою, яка приймає насіння Твого живого Слова і приносить плід, стократній плід в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою милість до нас. Ми дякуємо Тобі за нашу країну Україну. Ми дякуємо за Твій шалом. І ми молимось за Твій шалом, за закінчення війни в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось особливо за тих, хто зараз на передовій. Боже, храни, храни їх в ім'я Ісуса Христа і дай нам ту перемогу. Ти бачиш, скільки вже страждань, скільки крові вже пролито. І ми молимось, щоб Ти надприродньо зійшов. І були ці зупинені усі бойові дії в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі. Вся слава, честь і хвала Тобі на цьому місці. О, ми вклоняємось Тобі, наш Цар, наш Господь, той, кого любить наша душа і прагне, той єдиний і неповторний, який викупив нас, заплатив велику ціну свого життя і своєї крові. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. Вся слава, честь і хвала Тобі на цьому місці. Отець, Син та Дух Святий. Халилюя. Слава, слава. Давайте ми прославимо Його, бо Він той, хто достойний. Амінь. Слава Господу. Присідайте. І будемо починати, верніше, продовжувати наше богослужіння. І в нас такі приємні речі наразі. Сім'я Максима та Юлі Коби, ми вас запрошуємо. І до нас сьогодні прийшов Остапчик, нарешті, який народився до війни, слава Богу. Я його, ну давайте попривітаємо, що ви такі, як заморожені якісь. Привіт, Остапчик. Ти в мене ще не знаєш, але ми познайомимось, да? Да. Я його бачила в останнє, ну, коли у нас була евангелізація, да? У січні, і ви з коляскою тоді пішли, ми в кафе ще каву пили з пастором тоді, да. Це поза минулого року. Боже мой, Остапчик. Ти вже виріс і пішов. Ну, Максим, я думаю, ти щасливий, да? Ну, добавилось клопоту, тому що треба, да, пільнувати і безпека, таке інше. Ну, нічого. Все буде добре, Юля, я думаю, ти адаптуєшся і все таке інше. Ну, чудово. Бачите, як класно вже з Європи потихеньку наші повертаються. І на черзі ще одні і треті. Ну, так що не зря пастор з'їздила, да помолилася там, понімаєте, шухеру трошки навела там. Ой, слава Господу. Ну, давайте протягнемо свої руки. Мені єлей, якщо можна. Да. Та тут є салфетки, да. Дякую. Так, ну що? Давайте ми усі помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі за цю чудову родину Максима, Юлі Кобу, за їх дітей, за Кірочку, за Остапчика. І сьогодні його день, він принесений перед Твоє лице, Господи. І ми благословляємо його в ім'я Ісуса Христа, проголошуємо Твій захист, охорону від усяких стріл лукавого, від усяких хвороб, від усяких випадків. В ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо Боже благословіння на його життя. І я прошу також мудрості на Максима, як на главу цього дому, главу цієї сім'ї, мудрість,
як вести сім'ю далі, як її забезпечувати. Хай буде Божа ласка, благодать на ньому для цього. І хай жага по тобі ніколи не перестає в його житті. І той зв'язок, та перша любов, яка була до Христа в нього, хай вона обновиться в ім'я Ісуса Христа. Боже, благословляю оновлення, оновлення на його життя. Також на Юлічку, Господь, Боже, благодать Твоя, щоб вона адаптувалась к цим умовам, які є. Господи, хай, нехай ніякі страхи її не буде турбувати. Хай буде мир, шалом Твій, злагода в усьому. В ім'я Ісуса Христа я дякую за цю чудову сім'ю, Господи. І все, що дьявол замислив, я руйную зараз в ім'я Ісуса Христа. І Кірочку благословляю також. Амінь. Амінь. Красавчик. Так, подарки в студію для Остапчика. Мы благословляем. И вы знаете, это первый ребенок, которого мы благословили вот, уже в церкви. Так что я думаю, дальше будет больше. Да? Хороших семей, хороших детей. Ну, я думаю, мы зустрінемо ще десь в неформальному просторі. Дякую. Благословінь. Так, ну, чудово, все чудово, слава Богу. Ми не хрестимо дітей, розумієте, бо в Біблії Ісус прийняв хрещення у віці 30 років, і це був свідомий вік, і тому треба хрещення, він нам показав цей шлях до хрещення, я маю на увазі водне хрещення. Це як завіт, ми заповіт заключаємо з Господом, і тоді це треба робити в осознаному віці, розумієте? А діти, ми їх благословляємо, ми їх представляємо перед лице Господнє. І все. Так по Біблії написано. Переходжу на російську, бо ми ще у дорозі вивчення українській, мені поки легше по-русски. Да? Ви камнями не забросаєте мене, як однажды питалися в среду. Так, окей. Как ваші дела вообще? Все хорошо. После Елея не хочет мой iPad работать. От помазания. Да, я уже вытерла. Ну, наконец-то. Вот, понимаете, минусы техники. Вот, когда бумажечка у тебя с собой, правда, я помню, когда-то у меня был интересный случай, я пастор уехал куда-то, я проповедовала здесь, и потом в Славутич, да, я ехала. Вот, и такая была у меня проповедь, много мест писания чего-то, и я, ну, как всегда, и вот. И перед этим, представляете, вот как мысль, вот контролируйте, я подумала: интересно, если я забуду конспект, я смогу эту проповедь, благодарю, я смогу эту проповедь сказать по памяти? Ну и представьте, что было потом. Я, конечно, забыла конспект в Чернигове. Я приехала туда, ну, слава Богу, там такая, знаете, аудитория очень благодарная, и все было добре. Итак, вначале я сделаю объявление. Значит, драгоценная школа ученичества. Я попозже, ну, в проповеди я коснусь, как важно нам иметь в нашем духовном росте отвести место духовному образованию и вообще основанию. То, что вы приходите в воскресенье, ну, я знаю, что для нашей православной культуры каждое воскресенье ходить – это уже подвиг. Вот. Но я вам хочу сказать, если вы читаете «Деяния апостолов», то в первой церкви они написано, что у них ежедневно были какие-то дела в церкви. Понимаете? Ежедневно они собирались, у них какие-то были вопросы, решались. То есть они были вместе. Ну, я не говорю, чтобы мы сейчас устроили общежитие, коммунизм и забросили все свои дела, и только вот, ну, нет. Но всему есть свое место и время. Поэтому школа ученичества, Ирина Ивановна наша драгоценная, которая наша декан наших библейских школ, у вас есть списки. Кто даже не записался, я сегодня еще некоторым скажу. Вот, например, Богдан, который занят телефоном. Богдан, а ты не хотел бы учиться в школе ученичества? Я тебе лично запрошу. И также всю молодежь, а где Маргарита?
А кто из молодежи записался? Давид еще их не просветил. Вы записались очень хорошо. А кто еще из молодежи? В общем, молодежь, я вас приглашаю. Поймите, у вас потом, вот подумайте, у вас потом не будет времени. Начнется учебный год, вы будете загружены репетиторами, учебой и всем на свете. А сейчас вот так мы выделим либо в субботу с утра, либо, ну как вам удобно будет, либо, может, сделаем какой-то вечер, допустим, в среду. Ну, давайте мы встретимся после служения вот здесь, вот в этом пространстве, и поговорим, хорошо? Вот, и это очень важно. Будет, я подсокращаю, не волнуйтесь, мы все проведем очень хорошо, но я пересмотрела вчера темы, они просто, ну, очень важные, там вот такие вот основы. И здесь я не могу этому посвятить полностью, знаете, воскресное кафедральное служение, полностью там основы христианства проповедуют, а там они есть в таком хорошей версии. Вот, значит, во вторник у нас молитвенное служение, 18:30 начало, все приглашаются, это уже не просто молитва, это именно служение, поэтому добро пожаловать, мы молимся за страну, за церковь, за нужды друг друга, кстати, вот, а Оля Полторацкая пишет, что уже ей лучше, но продолжайте молиться, чтобы без всяких последствий ее, значит, она выздоровела. Так, в среду, я надеюсь, мы приостанавливаем пока, потому что продукты закончились у нас на складе, и молимся, чтобы следующие, значит, ну как это называется, в общем, следующий, да, именно так, Игорь, пришел к нам. Вот, и, значит, чтобы мы могли дальше, потому что очередь сколько там? 5000? 4 точно есть. Ну, в общем, хватает работы. Я думаю, все лето мы будем этим заниматься. Поэтому слава Богу, слава Богу. И моя проповедь сегодня называется «Духовный рост», а для по-украински, значит, как лучше назвать? Лучше назвать «Духовное взрастание». Добре? Оно будет красивее, потому что ну, это мне так. Ну, вы умнее меня, поэтому в этом вопросе, пожалуйста. Скоро к нам приедет кафедра. Это мы поставили уже, Володя мне сделал тот размер, который мы заказали. Надеюсь, мы не промахнулись. Кафедра красивая должна быть. Ну, я думаю, что мои ожидания оправдаются. Спасибо всем, кто сеял. Первая была Валентина. Вот, не зря же у нее и на вышиванку всегда есть деньги. Да все есть деньги у женщины, понимаете? Почему? Она, когда слышит нужду в Доме Божьем, первая. А потом, конечно, бизнесмены, братья подтянулись, слава Богу, тоже посеяли и как бы им, ну, не всю сумму, ну, в общем, нормально. Мы доложим с десятин, и у нас будет красивая кафедра. Итак, ребята, взлетаем. Духовный рост – это цель нашего христианского хождения на этой земле, и это есть постепенное уподобление Иисусу Христу. Ефесянам 4, 11, 16. А эта штука не работает, правильно? Вчера Володя решил, значит, все перевесить. И, слава Богу, ангелы его, как это называется, поддержали. Вот. 4, 11, 16. Итак. «И Он поставил одних, Он – это Иисус Христос, апостолами, других, пророками, иных, евангелистами, иных пастырями и учителями». То есть речь идет о пятигранном служении. «К совершению…» Зачем? Цель вот этого всего, что здесь происходит. «К совершению святых, усовершенствованию вас». Вы все святые, не своей святостью, а божественной, отделены от этого мира, да? «На дело служения». То есть Бог ожидает, что каждый найдет свое место в теле Христовом и будет происходить дело служения. Аминь. Мы об этом позже тоже поговорим. «Для созидания тела Христова». Мы знаем, что церковь есть тело Иисуса Христа на этой земле. И все, что Бог хочет сделать через церковь, вернее, что Бог хочет явить на земле, Он это выражает через церковь. Понимаете? Через церковь. Какие у него есть планы?
И недавно слушала интервью, интересно, там она коротенькая, значит, Арестовичи, значит, духовная какая-то передача, и, значит, журналист, она как бы задавала, ну, вопрос был такой, а где же Бог во всем этом? Значит, там был Арестович, а с другой стороны, не декан, а ректор теологической семинарии. Вот. И, значит, Раченец Федор. И оба они отвечали на вопрос. И там, значит, был вопрос, ну где же? Ну, Арестович свое завернул, в принципе, ну, такое, я там свои 5 копеек вставляла. Никто нет, не комментирует, когда что-то слушаете, нет, вслух. Нет такого. Я, бывает, комментирую. И Лёва говорит, мама, что ты делаешь? С кем ты разговариваешь? Я говорю, ну, мама... разговаривает, да. Вот. И Фёдор Раченец, он сказал, ну, более теологическую. Ну, он привёл, значит, такую цитату Бернарда Шоу, что Бог создал людей по своему образу и подобию, и они ответили взаимностью. Ну, что это значит? Что мы часто образ Бога в нас, он похож на нас самих, да? Ну, это как вот, ну, отзеркаливает, правда? Ну, как нехороший пример, наверное, про собачек, да? Но я помню, мы с Лизой в Германии шли. Боже, ну, это часто бывает, правда же? Говорят, что хозяева и собачки как-то... Ну, вот кто-то рассказывал, что мы же преображаемся, на кого смотрим, да? Вот. И, ну, это такое вот, ну, прямо вот, ну, копия. Даже одежда и у этой собачки, ну, это вообще... Вот. И, значит, я не хочу какие-то такие параллели прям провести, но хочу сказать, что, конечно же, и поэтому бывает, когда мы сталкиваемся с теми вещами, которые нам непонятны, и где же Бог? А почему Бог такой? Написано, что Он такой, а где же? Почему со мной такое происходит? Почему со страной? Почему? Мы многого не знаем, потому что, понимаете, Бог обладает всей информацией, и Он видит это все в большой перспективе. Как если бы, ну, мы когда стоим, да, на, как это называется, переезд, и мы видим поезд, да, вот даже если, когда стоит, мы видим этот вагон, справа, слева, что-то мы можем понимать, мы весь поезд не видим. У Бога взгляд сверху, Он видит не только поезд, Он видит все, понимаете, это круче, чем любой спутник. Нам же сейчас нужны разведданные со спутников. Вот. Поэтому, естественно, Бог, обладая всей этой информацией, принимает какие-то решения, и многого чего нам закрыто. Поэтому лучше в этом выход доверять Ему просто. Доверять Его природе и доверять Ему в своей жизни. И бывает так, что проживая жизнь, уже через время мы понимаем, почему Господь оградил нас, от туда мы не пошли, или там нас не было, да, или с тем человеком мы не встретились. Через время мы понимаем, что это оказывается, и нам тогда как-то думаем, ну что это такое, почему все не пошло не по плану. А потом оказывается, что это Господь вмешивается каким-то образом. И значит, продолжая. «Доколе все придем, доколе все, то есть как тело Христово, как церковь, в единство веры, и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть уподобиться Иисусу Христу, прийти в эту полноту божественную, дабы мы не были более младенцами. То есть говорится, что мы, когда приходим к Богу, мы младенцы духовные, да? И, к сожалению, у некоторых этот процесс на годы затягивается. Если люди не следуют, не хотят, потому что к возрастанию нужно приложить усилия. Это не получается само по себе. И смотрите, ребенок тоже, когда растет, конечно же, есть просто этапы. Вот, ну, он растет, то он, значит, лежит, а потом он, значит, начинает что-то там головой поворачивать, а потом держать эту голову, а потом, значит, что там дальше, я уже не помню. Надо к внукам уже готовиться, мне надо вспоминать это. Или оно все само вспомнится, да, как вы думаете? Ну, я потом проконсультируюсь с бабушками. Да. Вот. И, ну, в общем, часть, да, но часть же есть родительская. И если ребенок в определенный срок уже там что-то там не делает, все обеспокоены, как это? А бывают такие вундеркинды, которые вот шустрые, знаете, все. У нас такой Лёва был. О, боже мой, что он делал со своей кроватью? Он ее разобрал по вот этим досточкам. И мы уже ее замотали.
чем-то, потому что, ну, думаем, третий ребенок, наверное, пора останавливаться, и что уже все, последняя кровать, новую покупать не будем. И Львон ее окончательно, в общем, в своем таком, знаете, вот в силе. Так что слава Богу, что ты направляешь свою силу в хороших, правильных целях, Лева, для служения Господу. Аминь. Дома скажет мне, чего ты меня опять вот это трогаешь с кафедры. Не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения. То есть смотрите, для младенцев что характерно? Увлекаться всем, чем попало. Да? И потом приходить и рассказывать. «О, я такое знал, пастор, оказывается». Кого ты слушал? «А, ну все понятно». И начинаешь. Потому что бывает духовное отравление, понимаете? Люди чего-то и заглотают, и с некоторыми потом приходится долго работать, когда люди отравляются. Сколько у нас такое было за историю нашей церкви даже. Значит, «но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Значит, Бог хочет, чтобы мы возрастали, понимаете? И расти – это слово греческое «айхапо», которое означает «возрасти, чтобы стать плодотворным или стать выше». Так. И если плоды в твоей христианской жизни прекратились, возможно, твой духовный рост, он тоже затормозился. Ты скажешь, ну а как, я же уже там столько лет, я уже прям знаю все образования, какие можно получил, и там услышал, и там услышал, послушал, и все. Но вы понимаете, что много чего задействовано. Плод и возрастание, оно связано. И наше возрастание, я вам хочу сказать, оно не прекратится до того дня, как Иисус вернется. Понимаете? Или мы не пойдем на небеса. То есть это постоянный процесс. И более того, я заметила, что когда духовно человек останавливается в своем духовном росте, это не то, чтобы вот он заморозился и все, его начинают назад откидывать. Почему люди отступают от Бога? Потому что так оно и есть. Его откидывает назад, и все. Его может настолько откинуть, что он может вернуться и в свое вообще, и даже не представлять, что как это было, где он был раньше. И это очень-очень опасно. 2 Петра 3:18 написано о ободрении к духовному возрастанию. Петр знал, о чем говорил. 2 Петра 3:18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне в день вечный. Аминь». То есть возрастать и в благодати, и в познании. Когда мы приходим и рождаемся свыше через покаяние, мы становимся духовными младенцами. И, как я уже говорила, младенцы нуждаются в уходе, поэтому когда вам звонят или как-то стараются помочь, приглашают вас в общение, в домашние группы, мы поговорим об этом позже, что это важно, не думай, ой, меня контролировать начали, куда это я попал? Нет, наоборот, мы стараемся заботиться о вас, чтобы вы полноценно могли духовно расти. И наш духовный рост, то, о чем я говорила, он не проходит случайно, нужно прилагать усилия. Он постепенно усложняется и индивидуален в том смысле, насколько твое сердце будет жаждущим и открытым к Богу. Потому что все разные. Как я говорила, бывают люди, которые приходят к Богу, и так движутся, и Бог их очень быстро поднимает, и как-то дает им вот эту благодать быстрого возрастания, готовя на служение. Позже я вспоминаю, когда у нас была история с группой прославления, когда я вела это прославление какое-то время, а потом я уже была уже на седьмом месяце, Давид там уже вовсю там это самое, а я еще вела прославление, Боже, я говорю, пастор, я уже не могу, честно, давай, на кого мы поставим, что будем делать? А у нас уже девчонки покаялись, там Алина, все. И Алина начала попадать вдруг резко, то есть где она... в сторону отошла, раз все заметили, доложили пастору. И пастор начинает ее там рассказывать, куда ты, что ты, молиться. Ну, ой. Потом еще что-то. Я говорю, Алина, это не случайно. Это не случайно, что-то Бог готовит. И когда мы встали уже, я говорю, мы молились, пастор молился. Я говорю,
Да, еще новообращенная, да, еще работы предстоит. Ну вот и тогда, я помню, я передала группу прославления, потом, значит, была Нелли, ну, в общем, у нас все хорошие девочки, мы их потом всех замуж хорошо отдали. Ой, слава Богу, у нас вообще история церкви такая, знаете, хорошая и семейная, и я думаю, мы будем продолжать в таком же духе. Значит, 1 Иоанна 2, 12, 14. Давайте посмотрим. Первое послание Иоанна, как Иоанн описывает категории, там прямо категории духовного состояния человека. Так. Первое, да, вот Иоанн. 1 Иоанна 2. Ага, вот. На следующий раз уже исправят, да, чтобы я не крутила головой. Итак, 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 с 12 по 14 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Ради имени Его. Так? То есть вы видите, дети, младенцы, прощены грехи, покаялись, вот так вот. Дальше. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Отцовство – это уже познание сущего. Это даже дальше мы посмотрим. Это не познание Бога как отца, это познание сущего, это глубина познания Бога. Тогда мы становимся отцами, в духе я имею в виду. И дальше. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». То есть юноши – это уже уровень, когда мы побеждаем лукавого, когда мы можем противостоять дьяволу. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Отрочество – это познание отца, вот отцовскую Божью любовь. Знаете, поэтому вот не застревайте на этом «папочка, папочка». Да, он папочка, но пока ты отрок, он папочка. Но хочешь быть юношей, который победил лукавого, тот, которому уже доверят какие-то ключи, возрастай и понимай, что он не просто папочка, а он Отец Небесный, да? И он есть сущий. И это очень важно, двигаться, понимаете, не застревать. Потому что я заметила, есть церкви, даже целые конфессии, они застревают в каком-то, вот познали Бога до этого уровня, и вот они, вот все. И они причесывают всех под этот как бы уровень и под этот знаменатель. Дальше. Ну, идет повторение. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Видите, Слово Божье, пребывающее в человеке, оно дает ему победу над лукавым. А, понимаете, когда вы каетесь, вы становитесь сразу же мишенью для дьявола. Он вас потерял. И он будет всеми силами пытаться. И когда вот эта первая любовь горит, ты там движешься, все тебе хочется на служение, тебе так... А потом немножко это все, значит, затухает. И если ты не начинаешь прилагать усилия к духовному росту, знаете, что начинает происходить? У тебя вдруг глаза открываются. Это знаете, когда мы влюблены, ничего же недостатков не видно, все же супер-супер. А потом вдруг оказывается, все не так супер, понимаете? Вот. Ну а и что с этим делать? Ничего, жить дальше, потому что мы все люди. Он не супер, она не супер. Вот несовершенные люди, но движутся, и Бог дает милость создавать нормальные отношения. И получается, когда человеку, особенно если начинают служить, и это очень хорошо, потому что эта часть, мы посмотрим дальше, духовного нашего роста, и не хочет уделять время, вот то, что я говорю, да, школа ученичества. Это вообще, это основание, это как фундамент. Когда мы строим дом, фундамент, говорят, это самое затратное дело. Его нужно, во-первых, правильно, да, очень правильно разместить, и потом он должен быть настолько сильный, чтобы выносить нагрузки последующих этажей. И чем больше здания у Бога есть в твоей жизни построить, тем, возможно, будет в твой фундамент больше вложено. Тебе придется, как помните, притчу Иисус рассказывал, копал, углубился, да, один построил свой дом. Я все время вспоминаю песню, дети пели, один построил свой дом на скале, помните, да? Вот, ну, можете вспомнить про этих, про трое поросят, сказку, да, которые строили по-разному, а потом все к одному собрались, у кого был каменный домик. То есть смысл углубиться, построить, и дальше уже Бог возводит эти этажи.
И немножко структурируя, ну, мы то, что мы прочли из Иоанна, дети прощены грехи, это младенчество, отроки уже познание Отца, ты открываешь для себя Божью любовь, юноши победили лукавого, потому что Слово Божье в вас, и оно работает. Отцы познали сущего, познали безначального. Это уже уровень отцовства, когда люди входят в полноту служения, возможно, пятигранного. Может, не пятигранного, но у тебя есть вот это отцовское сердце. Ефесянам 4:14 там говорится о младенчестве. Мы, собственно, прочли уже. Ну, хочу, чтобы вы понимали, что такое младенчество. 4:14. Мы уже читали это, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекаемы разным учением. И теперь давайте 1 Коринфянам 3.1. 1 Коринфянам 3.1. Там тоже говорится о младенчестве. Я хочу просто вас как бы надыхнуты, да? 3.1.3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, — пишет апостол Павел, — но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому обычаю поступаете». То есть говорится, что Бог хочет, чтобы мы возрастали. Что там, где есть все вот такие вот вещи в церкви, да, между братьями и сестрами, это говорит о том, что духовный рост, ну, не такой, как надо, не такой, как Бог хочет. Еще Галатам 4.1.3. Послание Галатам 4.1.3. Там говорится о том, что мы все наследники, да, но иногда ты наследник де юра, а де факто нет. Вот Галатам. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и вы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына, и там говорится дальше действие Иисуса Христа. И послание к Галатам, оно там рассказывает, что люди как бы опять уклонились в наблюдение дней, месяцев, годов, в иудейство, и начались споры. И вот Павел эту церковь корректирует и говорит: ребята, пока вы младенцы, я не могу с вами говорить как с духовными. И приходится все как бы по новой. Я не хочу, чтобы у нас в церкви сейчас много людей, которые пришли новые, да, и я хочу, чтобы вы возрастали, максимум приложить. И поэтому, ну, пастор Генри интересно говорит: да, сейчас у меня церковь вся поменялась, и мне приходится максимально упрощать проповеди. Говорит, это для меня просто вообще. Ну, действительно, и то, даже его упрощенные проповеди, они там полны всего. Вот. И ему приходится в воскресенье это делать, да, в среду учения. У нас среди недели нет. Вторник у нас будет именно молитвенное. Я верю, что это будет такая очень сильная молитвенная служение, мы будем прорываться. Вот. А в воскресенье тоже Бог мне дает разные темы. Я могу, конечно, упрощать, но оно же должно на всех. То есть у нас есть люди, которые уже по 20 лет в церкви, есть, которые там по 5 лет, есть, которые недавно присоединились. И как-то надо... Ну, Бог это делает, конечно. Как-то поэтому, и когда я вас призываю в школу ученичества, добро пожаловать, понимаете? Значит, раб, хотя и сын... Это характеристика духовного младенца. Если вы задержались, и у вас нет никакие обетования в вашей жизни, никак не исполняются, возможно, вы еще на младенческом уровне, и вам еще ничего Бог доверить не может. Чарльз Спержен, известный проповедник, написал: «Как нельзя ожидать, что растение будет расти без воздуха и воды, так нельзя ожидать и того, что ваши сердца будут расти без молитвы и веры». Без молитвы и веры. И что необходимо для нашего духовного роста? Первое, конечно же, Слово Божье. Ефесянам 3:16-19, откройте здесь. Ефесянам 3:16-19.
там говорится, это молитва апостола Павла, который он молился об Эфесской церкви. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться в Христа ваши». Понимаете, это процесс возрастания веры, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, смотрите, со всеми святыми, важно быть вместе, важно не пренебрегать общением внутри церкви. Поэтому у нас есть домашние группы, у нас есть разные служения, и в том числе школа ученичества, потому что там будет очень хорошее общение между вами, поверьте. Что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью. Аминь. Я помню свои этапы возрастания. Я покаялась, и потом еще года три я работала на своей работе, на пароходах загранплавания. В то время это была такая, значит, ну как бы диковинка, туда попасть было. Ну как-то я там оказалась, короче. Вот. И я помню, я уже внутри приняла решение, что это мой последний рейс, и мне надо уже что-то делать. Я чувствовала Божьи призывы, что надо, ну, и это совмещать было невозможно, потому что рейс полгода, 8 месяцев, понятно, ты там держишься, ты там с Библией, ты там всех каешь, ну, понимаете, вот, и я помню, я уже внутри приняла, конечно, вокруг меня начались там движ Париж такой, вот, как обычно, дьявол же, знаете, как, у него есть чем искушать, но как-то я достойно все прошла, и получилось так, мама мне, тогда же не было, чтобы вы понимали, мобильных телефонов, как сейчас все, мы где-то останавливались, ну, тогда ходили по греческим островам с израильской, значит, туристической фирмой, мы, значит, они фрактовали нас. И мы, в общем, пошли с моей подружкой, там были вот эти телефонные будки, знаете, вот эти вот набирали и звонили. Я помню, маме звонила по этому телефону, надо было ждать определенное время. Вот это мы где-то, в общем, звонили. И мне мама говорит: «Янжела, я тебя записала, пастор Генри лично будет учить, начинает библейскую школу, я тебя записала». Я говорю: «Мама, у меня контракт до ноября, ну куда?» Она говорит: «Вот с сентября он начинает». Я говорю: «Ну хорошо, спасибо, ладно». Ну и что вы думаете? Контракт развалился. Почему-то что-то случилось. Что-то случилось с его контрактом. И ужасно это было, потому что нас, мы в такой неопределенности, нас отправили болтаться на рейд возле Пирея, потому что, ну, это как, знаете, дорогая вещь, парковка, судно возле этого самого порта. И вот это мы на этом, значит, рейде, каждое утро нас собирают, что-то рассказывают, никто ничего не знает, никакой определенности. Я молюсь, говорю: «Господь, что это? Вот, ну, как-то куда-то поверни, потому что непонятно». А Господь внутри говорит: «На свой день рождения ты будешь дома». У меня день рождения 12 сентября. Думаю: «Да, посмотрим». Ну и потом, значит, так обстоятельства, в кавычках, складываются. Группу людей решают убрать. Ну, весь персонал же не нужен там, да? Ну, нет работы, это же всем платить надо зарплату, а зарплата была такая, ну, по контракту немалая. Короче, я помню, я в первых рядах не была, но у меня такое прям была ревность. Я пошла своей подружкой к начальнику, он к нам благосклонно относился, говорит: «Дайте наши паспорт, пожалуйста, у нас список не внесли». Короче, в общем, мы выехали и такие довольны. И наш судовладелец для того, чтобы в Одессу, представляете, из Пирея в Одессу дойти, нанял нам комету на подводных крыльях. Представляете? Ну, все бы ничего, если бы это было лето, и тишь, и гладь. Кроме всего прочего, все нагрузились, значит, с рейса, знаете, идут у всех коробочки, особенно повара, это вообще отдельная история. Комета вообще не поднималась ни один раз, чтобы скорость набрать, и вот это мы идем. И это, помню, робот нам помахал: «О, молодцы, ребята, все, до встречи в Одессе». И... А оказывается, все прекрасно знали, что штормовое предупреждение и даже сухогрузы в тот день не вышли из порта. Ребята, попадаем через 3 часа мы в жесткий шторм, когда мы уже ушли, берегов не видно. Шторм был, я не знаю, сколько баллов, но волна 5 метров, потому что вот с одной стороны кометы, с другой стороны иллюминаторы повыбивало. Уже как вспоминаю, но это со мной было. Я люди, говорю: «Люда, говорю, давай одевать жилет». Я говорю: «Не выплыву. Без жилета мы в этом не выплывем». В общем, не знаю, каким образом
как-то мы пристали, ну, прям мне ребята говорят, ты как апостол Павел, как, ну, вот это вот так вот, такая у меня была цена попасть в библейскую школу, ребята, вы сейчас думаете, ой-ой-ой, зачем, у нас времени нет. В общем, пристали мы к какому-то острову, конечно, все удивились, ну, тогда мы для всех были русские, так, поэтому не обессудьте. Представляете, там сухогрузы стоят на приколе, ну, штормовое предупреждение, никто не выходит, и такая комета с разбитыми стеклами подходит. Боже мой, в общем, и связи нету. И этот шторм длился дня 4-5. А наш там, кто был ответственный за нашу группу, один из помощников капитана, значит, вот эта связь такая, это даже не было, у него спутников этот телефон огромезный, и он не может. А Одесса, они перелякались. Экипаж отправили, потеряли, связи нет. Там, значит, шухер подняли эти самые родственники уже, забастовка под пароходством. Там, в общем, это была такая история. Ну, потом, в конце концов, слава Богу, потом исправили. Потом нас забрали уже, значит, на другом уже судне, довезли до Стамбула. В Стамбуле посадили нас на приличный пароход, значит, который шел в Одессу. И я помню, что 12 сентября я была уже в территориальных водах Украины. Как раз у меня день рождения, меня типа проводы устроили, что я уже покидаю эту морскую свою, значит, историю. Вот. И получилось, они должны были начать тоже вовремя, в начале сентября. Ну, пастор Генри куда-то поехал, что-то такое, короче, все перенесли. Я помню, что я приехала домой, в воскресенье у нас было собрание, я попала, и на следующей неделе началась библейская школа, следующую субботу, и я туда попала. Это была первая библейская школа, и пастор Генри сказал, что призом будет, значит, он лично учил сам. Ну, приглашал, если приглашал, то это были такого уровня проповедники. Это непередаваемое такое время, незабываемое было в то. Вот. И, значит, он сказал, кто закончит на отлично, я к тому приду в гости. Ну, представляете, кто был это? Ага, я не ожидала, что я так закончу, потому что я думала, у нас там училась главврач Светлана Ивановна, такая женщина тоже умная, все такая, все. Я думала, что это Светлана Ивановна, я честно. И когда в результате, о, это было такое счастье, пастор с семьей к нам домой пожаловал, все. Ну, вот такие были мои, так сказать, немножко так разрядить обстановку, расскажу вам. Ну, так что приходилось преодолевать какие-то моменты. Не все так бывает, знаете, гладко. Вот. И что необходимо для духовного роста? Слово Божье, конечно же, Слово Божье. Вообще со Слова Божьего все начинается, все заканчивается. И важно, чтобы его было много, потому что это как чистая вода. Вы видели когда-то эксперименты, когда стакан грязный с водой, да? Если туда наливать чистую долго-долго-долго, то грязное потом вытеснится. Так и действие Слова Божьего в нашей жизни. Если его достаточно много, то вся грязь, которая в тебе, она в конечном итоге вытеснится. Не пренебрегайте. Сейчас много есть всего, как можно, всякие напоминалки, просто стихи, разбор этого стиха, да, в Библии. Столько всего сейчас напридумывали, просто можно слушать его, да, не обязательно всякую музыку такую разную, вот, а включите Слово Божье послушать. Даже домохозяйки, занимайтесь своим делом, включили и себе готовьте, очень хорошо, а оно же все равно проникает. Ну и, конечно, бумажное никто не отменял. Следующее, второе, это молитва. Ну вот поэтому, знаете, Бог мне сказал, что одно из важных в нашей церкви для того, чтобы двигаться, будет молитвенное служение, и поэтому я сейчас это служение очень буду развивать. Кстати, на круглосуточную молитву, как там, запись идет? Да. Да? Вы ответственны? Ольга, что там? Поки не все. Да. Ну, у нас ще Євросоюз, не всі ж повернулися. Ми ще туди закинемо цю. Ну, будь ласка. Важно, чтобы хотя бы один человек занимал это время. Хорошо? И старайтесь не так, чтобы много на одно время. Это очень, вы не представляете, как важна молитва. Кстати, эти три дня поста, я верю, они ну, много чего сдвинули. Ну, мне уже свидетельствовали люди даже, что они, мы постились за Украину как бы, а Бог сдвигал наши горы. И причем такие горы, слава Богу. Поэтому без молитвы мы, христиане, мы просто, знаете, завянем, или как это сказать. Следующее, третье, общение с верующими. Евреям 10, 24, 25.
общение с верующими. Это очень важно. Библия говорит, чтобы мы не оставляли своего собрания, имеется в виду не только воскресного вот этого общего собрания, а вообще общения христианского. Потому что именно в общении происходит, знаете, вот этот вот обмен, вот эта поддержка. Мы увещеваем, написано друг друга. Как написано, вот когда написано, что двоим лучше, нежели одному, это же не только про брачные отношения. Это вообще говорится о нормальной дружбе, общении. Когда человек попадает в какие-то проблемы, и если он изолирован, то, конечно же, он добыча для дьявола. Он не устоит, если есть ему с кем поделиться, кому быть подотчетным. Поэтому, слушайте, если вы сталкиваетесь с проблемами, не надо изолироваться, да? Не надо куда-то исчезать. Пожалуйста, есть братья и сестры, есть пастор. Если вы еще в церкви, так ни с кем нет, пожалуйста, добро пожаловать. Это не то, что меня закрыли там, и все, и доступ закрыт. Я открыта, Ася, извини, не позвонила, обязательно. Может, даже встретимся. Я замоталась немножко, прошу прощения. То есть какие-то вопросы, пожалуйста, добро пожаловать, если вас что-то беспокоит. Молимся, и Бог отвечает. Поэтому общение – это важная часть. Четвертое – противостать греховным привычкам. Противостать греховным привычкам. Понимаете, есть в Библии такое место, что маленькие лисенята портят виноградник. Да? Это кажется... В притчах или даже в песне песней. Вот. И портят они виноградник. То есть бывают какие-то вещи, которые, ну, вроде оно не грех. Вот. Вот скажите мне, пастор, а где в Библии написано, что курить нельзя? Действительно, где же в Библии это написано? Не написано, да? Пастор, а расскажите, почему нельзя тату делать? Что? Вот чего? Мы такие модные. А что, в Европе, вот приезжали голландцы, вы видели? Их. Ну, они зимой приезжали. Ну, как бы, кто бывал в Турции на пляже и видел европейцев, да, особенно, ну, в Германии, там уже у женщин моего возраста эти бабочки превратились уже непонятно в кого, или что там оно, ну, как, что там оно замышляло. Ну, не, это дело вкуса каждого. Ну, короче, не написано, да, напрямую. Да, в Библии написано, что, да, что не делайте надрезов по умершим, потому что это было, ну, в общем, если в эту сильно углубиться, я вам докажу, что для христиан это не самое лучшее, чем ты можешь заняться. Потому что все эти штучки, они могут нести за собой, знаете, иногда набивают же даже какие-то там на китайском языке что-то. Ты хоть знаешь китайский, что там что-то себе там решил сделать, знаете. Ну, конечно же, когда приходят люди из мира в церковь, разное было прошлое. Вот Сергей Иванович Дудко, который у нас проповедовал, когда мы с ним в бассейне были, ну, когда мы там региональные посты, это же отдельная история. Ну, а что ему делать? Ну, вот прошлое такое у человека. Он этим абсолютно не гордится вообще ни разу. Как некоторые, между прочим, которые считают, что их прошлое, оно может как-то хорошо отразиться на христианском будущем. Если оно было нехорошее, нечестивое, ребята, забудьте так, как Бог забыл и очистил. Вот. Или другие такие моменты. А где написано, что пить нам нельзя? А вот хлебопреломление, а в других церквах это вино и все такое. Вот вы такая консервативная. Понимаете, о вине мы тоже обсуждали эти моменты. Да? Где ты эту меру? Где ты это выведешь себе? Вот это не упивайся в нашем народе, в чьих желудках отсутствуют эти ферменты. Понимаете? Ну, я могу поверить, не упивайся, когда это как люди, у них культура какого-то питья, которые могут выпить вот столько, и все, и дальше у них стоит до следующего, там, не знаю, ужина какого-то званого. У нас же как это происходит? Надо выпить все в ближайших гастрономах, ну, раньше они гастрономы назывались, в супермаркетах, то есть у соседей, ну, то есть это должно быть уже так, чтобы все. Ну, я не права разве? Поэтому мы в церкви, мы ведем такую, что мы... И поэтому вот эти все наши привычки, которые ведут ко греху, понимаете? Сами привычки могут быть не грех, но они ведут нас ко греху. О вине четко написано, куда оно приводит, в конце концов, да? Курение, ну, тоже, сейчас вот это особенно модно, вот эти электронные, как их называют? Да. Вот. И как бы, а кальяны, это тоже вообще отдельная история.
А вообще, о чего ты нам это, пастор, вот такое рассказываешь? Ну, вы знаете, я слышала, что это все не очень полезно для здоровья. А эти штуки вообще взрываются даже. Да? Не читали такого? Скажете, сейчас нас настращают. Поэтому для чего вообще это? Знаете, Библия говорит, она противопоставляет, что не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. То есть, если ты верующий, с открытым к Богу сердцем, то тебе не нужны дополнительные, ну, как это сказать, как их назвать? Скажите мне это слово. Точно. Александр в курсе дела. Слушай, Александр, мы когда в Гамбурге ехали, значит, Саша везет нас на этот, на поезд с Лизой. Саша с Викой, ну, Саша за рулем. Мы проезжаем прямо возле вокзала. Такое, значит, поле, да? И такие, такой народ очень расслабленный, интересный. Я говорю, Саша, а кто это? Говорит, пастор, это конкретно официально место для наркоманов. Официально. То есть они там продают, покупают, употребляют и все сразу. Представляете? Это почти центр города. И мы такие едем, он говорит, а вот этот туда идет. Я говорю, откуда ты знаешь? Говорит, пастор, я в курсе дела. Я поняла. Это ты по лицу прямо определил. Это ужас, да. Ну, в общем, да. Ну, вот вам Европа официально. И полиция туда даже вообще и не ходит. Я так поняла, что это все. Вот им отделили эту площадь. Все, они там все, кто уже лежит, кто там повисший, кто завис. Ну, говорю, людям уже вот так вот. Понимаете? Вот. Ну, вот, значит, стимуляторы. Потом к чему приходят? Конечно, поэтому Вика говорит, мы стараемся по вечерам, но если выезжать, то не по вечерам в Гамбург, потому что особенно вот эта история возле вокзала, говорит, очень опасная, потому что там смесь всего. И наркоторговцы, и все остальное. А, да, так что идемо в Европу, це воно гарно, але ж нам придется. Вот поэтому Бог хочет, чтобы мы духовно возрастали, и могли со всем этим покончить. И вы знаете, что на эти плохие привычки, они останавливают наш духовный рост. Они просто как сорняки. Вот как можно сравнить сорняки? Растут, вроде оно что-то стало у тебя намечаться, потом раз, вот ты вспомнил что-то когда-то, или что-то там еще случилось не то. Вот поэтому будьте в Доме Божьем, и будет вам счастье. Аминь. Хорошо, служение другим людям. Конечно же, когда мы начинаем как-то двигаться в служении, очень это важно. Это важно, потому что написано, когда приносит плод ветвь, Бог ее что делает? Очищает. Правильно? И идет этот процесс очищения, он какой-то, ну, сам собой, не знаю, но он идет, этот процесс очищения. Поэтому важно начинать служить. Но если вы начнете что-то делать в Доме Божьем, служить, и не захотите возрастать дальше, ну, скажете, ну что, я вот это делаю, все, с меня достаточно. То есть отмерили свое посвящение. Может, знаете, как получится? У вас начнутся сразу вопросы. То есть то, что я вначале сказала, да? Первая любовь угасает, ты видишь недостатки, тот не так, брат не тот, а тут не так, а та сестра не так, а пастор меня недолюбила, недовыслушала, недомолилась за меня и вообще, и все, до свидания. Вы знаете, дьявол, он будет это делать, и это ничего нового, это всегда. Особенно, если есть такие моменты, ваше призвание как это, каким-то образом с моим призванием связано, о, ну тут будет обязательно какая-то гадость, обязательно, я вас заранее предупреждаю. Хорошо, теперь Марка 11, Иоанна, давайте Иоанна 15, 1-8, и подойдем к смоковнице. Иоанна 15 глава о плодах. О плодах. 15 глава. Пожалуй, я здесь найду. Слушайте, этот кондиционер то холодно, то жарко, мне уже душно. А сейчас мне жарко. Только лезть туда не надо, а то Володя уже пытался делать, и слава Богу, что все обошлось. Мы кого-то пригласим, значит, может отрегулировать. 15 глава, с 1 по 8. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода.
вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Видите, очищение происходит через слово. То, что я вам говорила, что когда наливаешь воду, а слово Божье сравнивается с водой, в стакан с грязью, то оно, конечно, вначале начинает возмущать эту грязь, но оно все поднимается, все. Но потом оно проникает и убирает ее. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, а извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Добро пожаловать в школу ученичества на принесение плодов. Теперь Марк 11 глава с 12 по 14 стих. Там речь идет о смоковнице. Помните эту историю, когда Иисус проклял смоковницу? И сколько я проповеди на эту тему слышала, и я такое, ребята, обнаружила, готовясь к этой проповеди, просто сенсацию. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, то есть Иисус захотел кушать. И увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И такая ситуация, вот то, что я говорила, да, что мы, Божьи реакции, мы примеряем на себя и думаем, Иисус, что-то он, видно, сильно голодный был, или что-то не с той ноги встал, ну как он мог так поступить? Ну не время же, не время приносения урожая, чего он хочет не в свое время, чего он пришел к ней. И сказал Иисус, да отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его, не перелистывая дальше. В общем, помните, что Петр, он проклял эту смоковницу. И Петр наблюдательный, когда они возвращались обратно, он сказал, о, Ребе, смотри, ты проклял, она засохла. Оказывается, у смоковниц драгоценные, есть особые ветви, зрелые ветви, оставшиеся с прошлого года, которые приносят урожай, их его немного количественно, но он супервкусный, этот инжир. Ну, смоковница – это инжирное дерево. И эти ветви как раз его приносят вне сезона, понимаете? То есть они его приносят ранней весной. Не осенью, как положено, а ранней весной. И если в смоковнице уже эти листья есть, понимаете, Иисус видел, и у него было такое, ага, листья есть, значит, возможно, есть на этом всем дереве зрелая ветка, которая готова приносить вне сезона урожай. Он называется, этот урожай, бреба. Он небольшой, но очень сладкий и после зимы питателен и важен. Иисус, устремившись к смоковнице, покрытой листьями, справедливо полагал, что найдет там эти ранние плоды во время Песаха. Дерево в листьях как бы обнадеживало, но не дало того, что для чего было создано. Понимаете? Предназначение ее было плодоносить в свое время и не в свое. И также я, например, когда это прочла, я была так, думаю, Боже, действительно, оказывается, война вне сезона. Многие церкви развалились вообще. Многие просто поштормило или просто абсолютно поменялся состав. И каждый принимал свое решение, конечно, о безопасности, где кому оставаться. Я ни в коей мере никого не осуждала и не осуждаю, и наоборот молюсь. Особенно наша церковь пережила такой шторм, просто шторм, да, потеряв нашего пастора, основателя церкви, издание наше, которое мы собирали, мы столько вкладывали, мы это делали все, сколько труда, я помню, ну, короче. Но зрелые ветви, вне сезона смогли приносить плод. И благодаря этому мы устояли. И я так благодарю Бога за все эти зрелые ветви. И я верю, что дальше мы также и будем двигаться. Что дальше мы будем и двигаться. И поэтому, если ты списал что угодно на войну, на то, на сё, понимаешь, Бог больше всех обстоятельств. Но вот Он силен сделать так, что, ну, не знаю,
как-то же, ну, вы скажете, ну, это на тебе спец какое-то призвание, помазание. Возможно, но я же позволила Богу двигаться через меня. Я же могла бы сидеть и плакать и год, и два, и три, и все меня пожалеете, и все. Понимаете? Но Бог же дал наоборот, чтобы служить и продолжать двигаться. Потому что, наверное, я среди вас, может быть, по годам, да, так точно. Ну, а так в призвании тоже ветвь, от которой Господь ожидал вне сезона этот плод. Понимаете? Поэтому так важно быть на лозе, быть всегда с Господом. И тогда мы будем способны приносить плоды и в сезон, и вне сезона. Аминь. И группа прославления. Кто у нас там? Выходите. Оксана вначале, да? Ой, дорогие мои. Господь чудесный и благий. Да не будем мы теми смоковницами, хочу помолиться, моя молитва такая, что не будем мы теми смоковницами, которые не, когда Иисус придет поискать, а мы скажем, а нету, а не сезон еще, Господь, а подожди, у меня свои дела, а подожди, мне надо там устроить или там, хорошо? Я помолюсь, чтобы, не дай Бог, Господь не пришел, потому что, ну, мы же и говорили об этом. Вы скажете, а как Иисус может проклясть? Ну, смотрите, Иисус предложил, да, вернее, в Ветхом Завете, как было сказано, выбери послушаться и быть в благословении или идти в проклятие. То есть, что такое проклятие? Это отсутствие благословения. Аминь. Это отсутствие благословения. Это когда ты постоянно стыкаешься с проблемами, ты не можешь ни выхода найти, ни решить, у тебя одно на другое, на третье, и ничего, как бы никакого просвета. Да, есть атаки демонические, конечно же, но мы не можем все списывать только на дьявола, на демонов, понимаете? Потому что, ну, поверьте, не так уж он силен. Вот он, конечно, гад, но не так уж он силен. Понимаете? Если мы сможем, достаточно, я вам говорила в прошлый раз, если мы проявим упрямство, в хорошем смысле этого слова, то ни одно орудие оно не сможет против нас ничего сделать. Мы обязательно прорвемся, обязательно. Ну, шось вы так сбираетесь, як... Слава Господу. Давайте встанем, драгоценные. И если вы записались и там, вернее, вас пригласили со среды за продуктами, ну, просим прощения, пока у нас нету, поэтому вот ждите, когда вас опять оповестят, или как Татьяна Афанасьевна. А, Татьяна Афанасьевна записывает, потом вам позвонят, и как-то мы решим с вами эти вопросы. Аллилуйя. Давайте мы поклонимся Господу. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Да, Боже, благодарим Тебя, благодарим, Господь, что Ты Бог, который не меняешься. И вчера, сегодня и вовеки тот же. Благодарим Тебя, Боже, и я прошу за Твой народ, Господь. Дай жажду по Тебе, по Твоему Слову, Господь. И пусть мы, Церковь, Господь, не будем как младенцы, которые увлекаются непонятно чем, на которых очень легко дьяволу ввести, которых легко дьяволу ввести в грехи, в искушения, куда угодно. Боже, во имя Иисуса, я просто прошу Тебя за каждого человека в церкви, коснись сердца, потому что написано, что из сердца есть источники всей нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Благослови Твой народ. Особенно я молюсь, Господь, также за зрелые ветви, Боже. За зрелые ветви, на которых Ты ожидаешь внесезонный урожай. Вне сезона, вне обстоятельств Ты даешь благодать и помазание приносить плоды. Во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Слава, 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 слава Тебе. Давайте возьмем чуть-чуть времени, просто чтобы поклоняться Богу, поклоняться.
Господь, да, Господь, любим, любим, любим Тебя, благодарим Тебя, что Ты дал нам устоять в это время во имя Иисуса Христа. Благодарим, 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 благодарим Тебя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, спасибо, спасибо Тебе за каждого человека в церкви. Боже, 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 я молюсь, Господь, чтобы церковь приходила в эту зрелость, в зрелость, в полноту Твоего возраста во имя Иисуса Христа. Боже, касайся каждого сердца, каждого сердца, каждого сердца во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь. Если вы нуждаетесь в молитве, вас коснулось, вы можете выйти сюда, в эту сторону. И теперь следующий вопрос. Есть кто-то, кто первый раз, чуть тише, есть кто-то, кто первый раз, и вы еще не призвали имя Господне в ваше сердце. Есть кто-то? Есть такие люди, кто вы первый раз пришли на богослужение, и вы еще не спасены. Если вдруг наступит последний день вашей жизни, вы не уверены, вы попадете в присутствие Божие. Нету? Все верующие? Слава Богу! Кто-то хочет молитвы? Я еще жду несколько минут. И мы потом обязательно. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Благодарим, 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 Дух Святой. Спасибо, Господь, за Твое помазание, за Твое присутствие на этом месте. Боже, спасибо Тебе, дорогой. Спасибо Тебе, спасибо, 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 спасибо. Поменяйте песню, пожалуйста. Аллилуйя, 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 спасибо Тебе, Иисус. О, аллилуйя, аллилуйя. Вы на молитву выходите. Окей. Там кто-то мог помочь из Люши или кто-то из братьев. Аллилуйя, Господь, спасибо. Да, Господь, да, Иисус. Завжди славный и святый. Что быть в лени спеку и сни, знаю поруч ты, Бог единый мир, ты единый Бог, ты початку веки, ты побоясь завжди, славный и святый. Боже, я благословляю всех, кто у нас сейчас в Европе находится. Боже, пускай они там приносят плод. Каждый из них присоединится к церкви, Господь. А те, Господь, кто предназначен вернуться, пусть это произойдет в свое время во имя Иисуса Христа. И я благодарю за тех, кто уже включились, Господь, и помогают, и поддерживают мои руки во имя Иисуса. Благодарю Тебя, благодарю Тебя. Во имя Иисуса, о, Дух Святой, от макушки головы до подошвы ног, во имя Иисуса. И все, что не Отец Небесный насадил, не пытался насадить твою жизнь, я вырываю с корнем во имя Иисуса и провозглашаю божественный шалом на Татьяну. О, во имя Иисуса, больше, 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 Дух Святой. Дух Святой, спасибо, 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 спасибо. Во имя Иисуса, Боже, благослови Татьяну Афанасьеву. Спасибо за ее сердце, Господь, за готовность ее сердца, Господь, что она, Господь, как эта ветвь, приносит этот плод вне сезона во имя Иисуса Христа. Воздай по богатству Твоему во славе. И подкрепляющая благодать всегда будет с ней во имя Иисуса. Боже, благословляю Асю. Дьявол, все, что ты пытаешься устроить в ее жизни, в жизни ее семьи, я разрешаю и разрушаю и вырываю с корнем во имя Иисуса Христа. Провозглашаю Божий шалом, Божий шалом, Божий шалом. Ася, Бог говорит, что ты не отвечаешь за всю твою семью. Они каждый отвечает за свое решение. Они каждый отвечают за свое решение во имя Иисуса.
Мир Божий, мир Божий, мир Божий, от макушки головы до подошвы ног. Утешение, утешение, утешение Духа Святого во имя Иисуса Христа. Боже, благослови мою дорогую сестру. Прикоснись, прикоснись, прикоснись. Наполни своим миром, радостью, которое есть Царство Божие во имя Иисуса. Боже, 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 связывай всякий дух депрессии во имя Иисуса. Боже, благословляй мою дорогую сестру. О, Божий шалом, от макушки головы до подошвы ног. На ее жизнь, на ее семью, на дела ее рук во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, именем Иисуса, благодарю Тебя. Благослови, 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 Господь, благодарю. Во имя Иисуса, Твой шалом, Господь, Твой шалом, Боже, Твое предназначение, Господь, Твои плоды во имя Иисуса Христа, Твои плоды во имя Иисуса Христа. О, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. О, спасибо Тебе, Иисус, спасибо, Иисус. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса. Благодарю, 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 Господь. Пусть Ее таланты прославят Тебя, Господь. Прославят Тебя в этом городе во имя Иисуса. О, спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя, Боже, за мою дорогую сестру, Боже. Твой мир, Твой шалом, 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 Господь. Спасибо, что Ты работаешь в Твое сердце во имя Иисуса. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Знаете, вы ничего не сможете лично сделать в жизни ваших детей. Отпустите. Вы можете только молиться. Отпустите. И Бог сделает по вашим молитвам. Аминь. Слава Тебе, Господь Боже. Благослови моего брата во имя Иисуса. От макушки головы до подошвы ног. Дух Святой, спасибо за Твое посещение в жизни во имя Иисуса. И пусть те планы, Господь, которые от создания времен есть на его жизнь, они, Господь, начнут просто действовать и невероятным образом складываться. Боже, складываться, как Твои божественные пазлы, Боже, как Твои шахматы во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, благослови во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо за Твое призвание и помазание на его жизнь. Еще кто-то? Давай, Оля. Боже, благословляю Господь Олечку. Спасибо Тебе за ее сердце. О, Дух Святой, наполни ее своим шаломом, Господь, своим миром. Боже, все, что ей предназначено, да совершится, Господь, в моей жизни. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Благодарю. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. И давайте еще раз мы прославим Господа. Слава Иисусу, с миром Божьим, драгоценный. Я благословляю вас на будущую неделю. Охрана и защита Божьих ангелов. Все благословения 90-го псалма. Не убоимся мы ни стрелы, летящие днем. Никаких кинжалов, никаких ракет, никакого оружия во имя Иисуса Христа. Мир Божий на ваши сердца, ваши семьи, ваши дома, ваших детей. Благословение на дела ваших рук. И во вторник жду вас на молитве. Аминь. И все, кто записался,